Итак, здравствуйте, друзья. В этом коротком видео я покажу вам, как забрасывать, закидывать, или как сказать, загружать в программу дополнительный контент. Да, то есть у нас есть эта программа iClone 7 и Cartoon Animator 4. У нас есть вот, значит, сцена какая-то, да, всяких много предметов, да, в этой сцене. Вот. И как эти все предметы, вот, да, как их, значит, сюда. Дополнительно, если в программе нет, потому что вот у нас здесь контент, да, вот вкладочка, ну это сцена, это визуал, так, и вот контент, тут у нас проект, тут у нас актер, то есть актеры, тут у нас анимация, animation, вот тут атмосфера какая-то, да, там stage, короче, вот у нас эти, собственно, объекты разные, предметы и так далее. И вот нам нужно сюда поместить что-то еще дополнительно, кроме того, что уже здесь есть, кроме того, что здесь есть, да, мы хотели бы еще, значит, дополнительно, вот мы скачиваем, скажем, этот контент, эти ресурсы, да, пускай это актеры, пускай это отдельные какие-то предметы, вот как мы здесь видим на сцене, да. И мы хотели бы, чтобы, ну, также это движение, вот, короче, разный контент для программы Cartoon Animator либо iClone 7. Ну, я беру вот на этом сайте buchta.ws контент, загружаю, вот, и загружаю. То есть вот здесь releases — это программы, вот iClone 7.5, Cartoon Animator 4, вот, а iClone Packs либо KTA Packs, ну то есть это уже собственно контент. Вот как загружать? Вот допустим, я чего-то скачал, вот у меня папка, которую я скачал, я ее открываю, здесь написано accessories, то есть аксессуары, наверное, да, и характер, да, то есть персонажи. Вот, я ищу папку при установке, куда помещается этот весь контент. Обычно это диск C, пользователи, общие документы. Вот Relusion открываем, значит, template, и вот iClone 7 либо Cartoon Animator 4. Вот iClone 7 я открываю, да, и iClone template, и вот у нас вот эти папочки, куда нужно забрасывать наш контент. И смотрим accessories, папка здесь, да, в этой, значит, которую я скачал. Вот я скачал папку accessories, это аксессуары, да, и здесь ту же папку ищем, да, accessories. Вот, и смотрим J6 Outfit Collection. J6 у меня тоже есть Outfit Collection. Я открываю и открываю то, что я скачал. Вот. Ну, у меня здесь, по-моему, есть такие, да. Значит, ну, что я беру? Я беру, выделяю. Либо копирую, да, просто копировать. И сюда вставить. Вот, вставить. Ну, давайте заменить эти файлы. Если их нету, то они просто сюда. Либо перетаскиваю, да, перетаскиваю. Далее я иду, значит, характер, да, это персонажи. Так, возвращаемся в эту папку. То есть это iClone template, да. И ищу здесь папку характер, да. Character. Характер, вот. Открыл эту папку. Тут написано J6 Outfit Collection. Ищу J6 Outfit Collection, нашел, открыл, здесь открыл, вот, ну, я беру и перетаскиваю сюда, заменить. Вот, все таким образом мы, то есть в зависимости от того, что мы скачали, да, в данном случае у нас только две папки, в той папке, которую мы скачали, accessories, характер, но могут быть и 2D background, 3D сцена, так и так далее, вот, персонажи, то есть все, что хотите, все, что в этих папках,
motion, да, вот движение. Вот если вот здесь accessories характер, значит открываем вот accessories и характер, да, характер, character, наверное, читается правильно по-английски. И перебрасываем туда, куда нужно, в ту папку, то есть ищем папку. Вот папку нашли, и здесь тоже нашли эту папку, чтобы не просто взять, вот перебросить, да. Что может быть? Например, у вас в J6, вот она, так, J6, нет, это J5, это в J6, например, здесь у вас больше будет персонажей, чем здесь, да, чем здесь. Поэтому лучше открыть папку эту, и здесь открыть папку, и взять, и перебросить. И эти персонажи добавлятся в эту папку. Если же мы вот таким образом сделаем, то есть просто возьмем целую папку и будем перебрасывать в папку character, то есть вот эта папка отсюда заменит эту папку, и то, что у нас там внутри было, оно пропадет, да? То есть если у нас здесь сколько элементов, 11, да, ну здесь тоже, наверное, а здесь 12, да, 12, так, здесь 12, а здесь 11, то есть мы перебрасываем их. Я не ту папку открыл. Так, это J6, Outfit Collection, вот. Ну, здесь и здесь 12. Здесь, например, здесь уже у нас есть в нашей программе, может, 15, 20, 30 этих файлов, а здесь только 12. То лучше вот так прямо отсюда перебрасывать сюда. Если же мы, как я сказал, вот просто возьмем вот J6 Outfit Collection, просто в эту папку character, характер персонажа перебросим, то эта папка J6 Outfit Collection заменит эту папку J6 Outfit Collection, и тогда пропадут те персонажи, которые у нас там ранее были. Вот, понятно, да? То есть все нужно в соответствующие папки загружать, и тогда мы уже здесь вот здесь у нас вкладки контент. И здесь мы ищем, либо проект мы загрузили, либо актеров загрузили, либо мы загрузили анимацию, либо мы какие-то объекты загрузили отдельные, да. Вот здесь деревья есть, там какие-то растения есть, вот, которые мы можем добавлять на сцену, да. Ну вот, собственно, и все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и пишите... Может быть, то, что хотите вы узнать о каких программах, ну и как в них работать. Хорошо. Всем пока-пока.